Итак, ну, сегодня я буду вам рассказывать про такую платформу. Это VXCode VR. Что вообще это такое и как с ним работать? Ну, в связи с нашей пандемией, которая у нас сейчас в мире на протяжении большого времени, соответственно, мы все дружненько переходим на дистанционное обучение. Ну и, соответственно, эта программа вам будет очень сильно помогать в программировании роботов. В данном случае таких роботов, как VEX. То есть оно будет у нас программироваться на сайте. То есть это можно и через планшет, и через телефон, как бы, если вдруг у людей нет компьютера. Ну, соответственно, мы просто вбиваем в поисковике, нажимаем, и, соответственно, вот у нас есть сайт. Как бы, что вообще из себя это представляет? Это что-то наподобие языка программирования Scratch. Ну, как бы он сильно похож, но у него есть тоже свои там плюсы, свои минусы. Ну и, соответственно, что у нас тут есть? Можно выбрать язык. То есть раньше там было 2-3 языка, когда запускалась только эта платформа. Сейчас их уже намного больше. Также вы можете создать новый проект, там, загрузить ваше устройство. Там можете открыть примеры. Примеров тоже очень-очень много, то есть которые мы можем посмотреть. Также есть еще само обучение. Обучение тут проходит как? Тут, получается, если вы выберете какой-либо из этих объектов, вы нажимаете на него, и вам тут откроется сбоку видео, в котором вам как раз-таки на английском языке объяснят, что, где можно как бы взять какой объект для того, чтобы там, например, у вас робот поехал прямо. То есть мини такое обучение. Ну, а я бы хотела просто сама тоже вам вкратце рассказать, что это и как с этим работать. Итак, тут у нас есть также наши движения влево, вправо, вперед и так далее. Также есть у нас разные, то есть начало программы, там циклы наши, то есть наши условия и так далее. Также в чем ее плюсы, помимо того, что вы можете здесь дистанционно программировать, так вы также можете посмотреть, как будет выполняться ваше движение робота. Ну, допустим, мы возьмем вот ехать вперед 200 миллиметров. Тут у нас все указывается в миллиметрах, ну или в дюймах. И можем выбрать направление вперед или назад. Также здесь есть такая вот стрелочка, которая говорит о том, что ждать завершения этой программы или нет. Если мы откроем ее, то, соответственно, он не будет ждать завершения этой программы и будет выполнять все, что будет после него. То есть он начнет и тут же начнет выполнять следующее. Если мы это уберем, то, соответственно, пока он не завершит данное расстояние по проезду, он будет ехать дальше выполнять. Тут у нас есть такая панель, где можно выбрать игровое поле, также запустить программу. Когда мы запускаем программу, у нас появляется вот такое вот окошечко, которое загружает наше поле. То есть, допустим, это поле у нас с разметкой. Что тут есть? Мы можем расширить экран, то есть увеличить его. Также мы можем спрятать его. То есть, ну, допустим, вы программируете, вам пока оно сильно не нужно. И, соответственно, показать обратно. Что тут есть? Здесь у нас есть такая вот табличечка, в которой показываются данные с наших датчиков. То есть, как он поворачивает, куда поворачивает, там, какое расстояние и так далее. Также есть виды камер, то есть как вы можете их вообще с какой стороны смотреть на этого робота. В данный момент установлена вот эта камера, вид сверху. Вы можете посмотреть на него сбоку, также вращая левой кнопкой мыши, то есть где как, и также от лица самого робота. Ну, например, я сейчас поставила сюда объект о том, что робот должен проехать вперед на 200 миллиметров. И, соответственно, оно уже у нас проехало, когда мы нажали на старт, но я могу его повторить еще раз. То есть я нажимаю «Обновить», то есть поставить робота в исходное положение, и заново нажимаю старт. И, соответственно, мой робот передвигается на 200 мм вперед. Также, в принципе, вы можете не останавливать программу, как бы, и что-то прописывать. И ставить снова в исходное положение. Какие здесь есть еще плюсы? Плюсы в том, что вы можете выбрать любое поле, которое вам нравится. То есть, ну, например, возьмем лабиринт какой-нибудь. То есть там есть дисковой и такой лабиринт. И, соответственно, здесь вы тоже можете как бы отрабатывать программу с детьми проезда от одной точки к другой при помощи датчиков расстояния. То есть тут тоже уже заложено в программе, что есть датчик расстояния. Также есть как бы по линии.
Что значит по линии? Ну, здесь вот, допустим, n количество разных цветов по линии, и вы можете выбрать, допустим, на какой-то определенный цвет выполнить какое-то определенное действие. Есть карты с числами, то есть тоже можно придумать, как их для себя использовать. То есть этих вариантов с картами у нас тут очень много. Ну, допустим, есть еще также карта творческая. Что значит творческая? На данной карте вы можете запрограммировать так, чтобы ваш робот, когда едет, за собой оставлял полоску. То есть там вы чертите что-либо. И таким способом вы сможете также показать детям о том, что робот там едет по квадрату, и когда он за собой что-то вычертит, вы можете как раз-таки посмотреть, и ребенок может посмотреть, правильно ли он выполнил ту или иную программу. Ну, так, по поводу Scratch. Scratch выполняется на, ну, программа сама выполняется у нас линейно, то есть вниз. И, соответственно, если у вас есть ближайшие какие-либо программы, как у меня, допустим, вот здесь вот стоит объект, она не будет выполняться в связи с тем, что у него нету начала программы. То есть все, что у вас лежит без начала программы в вашем документе, оно не будет воспроизводиться, как мы это, в принципе, тоже увидели. Ну и, например, возьмем самую простую программу, это просто проехать по квадрату. То есть нам нужно движение вперед и движение поворота. То есть тут тоже есть у нас вот в градусах, точно так же есть ждать, не ждать. Ну и, допустим, чтобы не доставать все эти элементы у нас с нашего текстового поля, мы можем просто скопировать, нажать правую кнопку мыши и нажать дублировать и вставить. То есть в зависимости от того, что вам нужно скопировать, то вы и выбираете. Ну, допустим, мне нужны вот эти вот все четыре элемента, я на них нажимаю правую кнопку мыши и дублирую. И все четыре элемента у меня скопированы. И, соответственно, сейчас я могу проверить, как выполнить это движение робот. Ну, допустим, возьмем просто карту с разметкой. И нажму play. И, соответственно, робот выполняет движение по квадрату, как ему был заявлен. Ну и также, в принципе, мы можем запрограммировать датчик расстояния. То есть в управлении у нас есть наши как раз-таки условия, то есть циклы, допустим, на повтор или повторять всегда. Ну и также наше условие «если», то есть «если иначе». Соответственно, мы его тоже ставим, и потом уже чуть ниже в голубеньком мы можем найти наши датчики. То есть тут у нас есть движение там закончилось, не закончилось, датчик касания, то есть датчик бампер, датчик расстояния и датчик цвета. И тоже, соответственно, откуда он это будет измерять данные цвета. Ну и сам гироскоп. Также, конечно же, тут есть блоки математики оператора, где мы можем, допустим, выставлять как раз-таки какое нам расстояние нужно или не нужно. То есть, ну, например, вот ставим блок математики, что меньше 50, и находим как раз-таки наш датчик. Вот датчик расстояния. И здесь мы уже ставим его данные. То есть вот это у нас данные самого датчика. Какие цифры на нем будут, все здесь будет отображаться. И, соответственно, мы можем поставить любое расстояние. Ну, например, я поставлю 150. И также, соответственно, мы в движении ставим, что если, допустим, расстояние меньше, мы должны повернуть. А если нет, то просто будем двигаться вперед. То есть мы можем поставить или двигаться на определенные как бы миллиметры, и он это будет каждый раз выполнять, то есть робот будет дергаться, ну или просто поставить вперед. И, соответственно, если мы перейдем в нашу программу и нажмем старт, робот у нас будет ездить ровно по вот этой вот плоскости, потому что здесь есть стенки. То есть как только он увидит здесь стенку, он у нас сразу же повернет. Вот здесь как раз-таки у нас показываются данные с датчика расстояния. Все, он увидел и поехал дальше. И, то есть и здесь он будет у нас ездить всегда. Также мы можем посмотреть с точки взгляда нашего робота, то есть как это у нас выполняется. Ну, как я уже сказала, плюсы этой программы то, что можно работать дистанционно и также видеть, как у нас, в принципе, программируются роботы. То есть не совсем, не у всех есть возможность, допустим, у детей купить себе робота домой и сидеть с ним, как бы, работать. Соответственно, они могут просто изучать данные языки программирования в дистанционном формате.